Незламні воїни, незламний народ. Максимум. Радіо незламних. Лукашенко позаду всіх уже, але поруч із Путіним. Він різко звинуватив, звісно, не Росію, ні Борисе, ні наші глядачі. Він звинуватив Україну в підриві Каховської гідроелектростанції і повторив всі ті їхні меседжі, наративи, які ми з вами обговорюємо, що це Україна сама підірвала Каховську греблю, аби приховати наслідки триденного контрнаступу. І він завтра ще й зустрічатиметься з Путіним. Очікувана реакція від самопроголошеного білоруського диктатора? Ну, конечно. То есть, понимаете, мне кажется, что он взял вот эту, перенял манеру у Путина верить вот в ту иллюзию, которую он произносит, и верить в ту полную дичь, которую он, собственно, артикулирует. Он же там как сказал? Так похихикивал. Ну, мы же знаем, кто взорвал Каховскую ГЭС. Они это сделали для того, чтобы скрыть неудачи трехдневного контрнаступления. Где, покажи мне, это контрнаступление неудачно произошло? Даже россияне не говорят сейчас о контрнаступлении. Они говорят, там пару раз была разведка боем, их это сильно напугало, но так, чтобы трехдневное контрнаступление, об этом никто не говорит. Вот под Солидаром, я знаю, было российское, и там прям все можно было просмотреть очень внимательно, как начиналось российское наступление и чем оно закончилось. Там было видно. Здесь же Лукашенко, конечно, фантазирует. Ему нужно успокаивать, во-первых, кто за ним следит внимательно, а это я по работе приходится, нужно посмотреть внимательно на лица его вот этой обслуги, руководителя КГБ, там, военного блока, с какими они лицами сидят сейчас и что вообще с ними происходит. То есть Лукашенко постоянно говорит куда-то туда в пространство и говорит это так, как будто убеждает себя. Он говорит, вот мы там выдержали экономические санкции, да, они нам это... И как будто он задает вопрос и ждет, что ему оттуда кто-то скажет, да, конечно, ты выдержал, молодец. А там тишина, потому что все сидят, как это, понурив голову. И, естественно, он полетит к Путину сейчас. Он же понимает, что вот этот вот цикл его жизни, его правления напрямую привязан к циклу войны в Украине. Заканчивается война в Украине, ему дни, максимум месяцы, и его режиму крышка. Потому что сегодня даже, по-моему, кто-то из Азова, из ребят, которые там в Турции находятся, в интервью рассказал, что огромное количество людей просто желают его подержать за горло. И это не только белорусы. Они понимают, какую крысиную функцию он выполнил, предоставив плацдарм для российских войск. Все знают, что не было бы ни Бучи, ни Ирпеня, ни других зверств, особенно в Киевской области, если бы оттуда не зашли. Поэтому он 100% не жилец и его режим. И это счет идет уже, ну там, война заканчивается недели или месяцы, и все, его не будет там больше. Ми не будемо сумувати, скажу, як є. А тим часом Путін чогось переносить проведення прямої лінії, отої якоїсь телефонної з ним прямої лінії з Володимиром Путіним. Піськов каже, що відбудеться вона не раніше листопада-грудня. А що ж таке? Немає що сказати? Ні, якраз сказати-то є що, але все, що він скаже, воно либо буде калькіровано з предыдущої речі, англосакси, мировое господство, мы стремимся к многополярному миру, большая часть мира поддерживает Россию, значит, мы воюем с НАТО. Ну, то есть просто можно, знаете, загрузить вот эти там 10 фраз и сидеть как в лото, вычеркивать, сказал Путин эту фразу или нет. Он все повторяет. Просто вопрос в том, что это смешно даже уже для внутреннего рынка получается. Рассказать о каких-то успехах, о каких вообще успехах на фронте? Я взорвал дамбу и утопил там часть области Херсонской. Или к нам на территорию России, в Шебекино, там еще куда-то зашли российские добровольцы. Мы не контролируем ситуацию. Или потерпите, поживите там в этих спортзалах, немножко куда вас переселили. Все нормализуется.
Или что сказать, беспилотники прилетели уже в таком количестве приличном, несколько десятков, и это не конец. Но мы усилили систему ПВО вокруг Новоогарёва, моей резиденции. То есть что он может вообще сказать? Рассказывать про то, что там с зарплатами, с пенсиями, с безработицей. Вот это вообще был поразительный его этот пассаж, когда он рассказывал, что безработица сократилась. Конечно, сократилась. Вы же... В безработных они же посчитали и тех, точнее, в работающих они посчитали и тех, кто поехал на войну. То есть человек сидел, его забрали на войну, вот он как бы работающий считается. Потом их всех убили там, большую часть. Нет безработных, нет безработицы. Вот прекрасная ситуация, да? Вот что он может сказать? Абсолютно ничего. Он выглядит жалко. Он выглядит абсолютно неубедительно. Поэтому сидеть и в очередной раз рассказывать про опиумные войны и англосаксов, и колонизацию какую-то, ну это будет полный бред. А успехов не просто нет, они в минус ушли уже. Убогий кремлівський к**к. У нього проблеми, до речі, з політичним впливом на фоні оцих його провалів в Україні, проти якої, проти нашої країни він розв'язав неспровоковану війну. Про таку тенденцію говорить президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню «Вельт». На його думку, в Росії внутрішній великий скандал, він уже назріває. Дуже серйозна політична боротьба між різними арміями, як державними, так і приватними. Водночас видання «Блумберг» Бориса пише, що представники російської еліти, навіть ті, які підтримують російське вторгнення, уже зневірилися в здатності Путіна перемогти у війні і вважають для нього найкращим заморожений варіант. Як ви думаєте, хто найбільше зараз зневірився і хто ладен продовжувати цей внутрішній великий конфлікт? Представники політичної, бізнес чи військової псевдоеліти Кремля? А я би їх не розділяв. Діло в тому, що чтобы, например, там появилась хунта, какая-то военные какие-то, которые будут бунт поднимать, должны появиться определенные лидеры в плане финансов, это олигархи, должны появиться медиа, через которые пойдет накачка, это тоже олигархи, или, значит, кто-то должен выйти из-под контроля, или кто-то должен внутри кооператива «Озеро» уже начать какой-то внутренний бунт среди самых близких путинских вот этих вот приближенных, что ли, не знаю, как их назвать. Но есть проблема. Все понимают, что после смены Путина, который там 20 лет фактически система была под него построена, пойдет полнейший передел. Вот кто там и как будет. Дальше будут просто играть роль те, кто заберет под себя медиа, и те, у кого будет частная армия больше. Вот, собственно, это и, наверное, нам нужно, во-первых, кстати, хороший сценарий для нас, война частных армий на территории России. И как следствие обозначения и ограничения территорий вот тех, кто имеет эти частные армии, мол, Пригожин там застолбит себе какую-то область, кто там еще у Кадырова уже есть, какой-нибудь Гиркин там своих обиженных и униженных соберет. Ну, в общем, вот это было бы идеально. Вопрос-то в том, что пока не готовы, пока я не вижу, например, таких сил, которые могут вот прям реально взять и военный переворот осуществить. У Пригожина, ну, давайте так прямо говорить, ну, 10 тысяч штыков или там 20 тысяч, во-первых, он полностью его слушает, его контролирует, этого Пригожина. При случае его могут убрать очень быстро. Он там говорит, что были попытки какими-то минами. Да какими минами там? Боже, ему руку пожмет кто-то, и завтра он сердечко прихватит. К сожалению, Россия неплохо продвинулась вот в этих своих отравляющих веществах. Поэтому я пока не вижу. Но где-то уже примерно глобально недовольство есть. Олигархи принимают для себя решение там, вывозить семьи. Многие шушукаются, говорят, что-то не то, Путин уже выжил из ума. Ну ладно, давай подождем, чем закончится, и посмотрим. Но так, чтобы кто-то сказал там, а давайте его снесем, и прям реально этой идеи ноги и руки приделал, пока я таких не вижу в России людей. Шкода. Але чогось я думаю, що вони можуть і з'явитися, коли вже він геть буде йти на дно. А може хтось його туди і потягне. Ну, побачимо.